Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 20 пенсов Великобритании 1983 года. Регулярный выпуск. Монета выпускалась с 1982 по 1984 год. Медно-никелевый сплав 75% меди, 25% никеля. Гурт гладкий, толщина его 1,7 мм. Диаметр 21,4 мм. Вес 5 грамм. Художник аверса Уильям Гарднер, реверса Арнольд Макхен. Эта монета появилась 9 июня 1982 года с целью заполнить пробел между 10 и 50 пенсами, так как ей не было. Очень скоро стала популярной ходовой монетой. Видим надпись Елизавета II, Божьей милостью королева, хранительница веры в сокращенном варианте. На этой монете, ну и на всех ранних монетах Елизаветы, она увенчана тиарой. Тиара называется «Подарок от девушек Англии и Ирландии». Кроме того, что они безумно дорогие, эти тиары, они еще несут с собой много историй. Они пережили все возможные катаклизмы в королевской семье и всего, и всей Англии. Эта корона была подарена в 1893 году Марии Текской, принцессе, ну, как бы от девушек Великобритании и Ирландии, по случаю бракосочетания с Георгом VI. С обратной стороны мы видим номинал 20 пенсов и коронованный цветок розы, так называемая роза Тюдоров, эмблема Англии. Она была принята королем Англии Генрихом VII и появилась в его гербе по случаю объединения враждовавших королевских семей Ланкастеров и Йорков. Но она имеет цвета белый цветок на фоне алого. Ну и листочки с шипами. Монета эта чеканилась на монетном дворе Лантризант. Тираж ее составляет 158 463 000 экземпляр. Такая вот монета, друзья. Всего вам доброго и удачи!